Мир вам, друзья. Сегодня буду играть на Довенше. Очень люблю этого персонажа. Патч, правда, он показывает себя не так хорошо, как следовало бы себя показывать. Но зато есть очень интересный новый аспект. Каждый раз, когда кто-то на карте дохнет, я забираю его духа и призываю его вместе с ультимейтом. Геройские духи гораздо сильнее обычных. И против Некрофоса. Противник достаточно мид, но начиная с 5 уровня я должен уничтожать его. Главное дожить до этого момента. Нужно добивать крипов против выточки. Очень-очень тяжело. Пришел на линию без танга. Популярная практика, когда стартуешь с сиками стартом боя, чтобы тайминг батла не руинить. У меня, в принципе, есть два источника восстановления здоровья. Это стики и мой третий. Ренжи атаки очень хорошие у Бенши. Ну это классика. Даже, знаете, лучшие игроки на крабе не могут добить крипа рукой. Только первым добивают. Ну какого хрена там летела плюха и летел мой первый? Одного крипа не хватило, чтобы был хороший тайминг батла. Меня же не попал, меня не попал, еще ренжевика похилил. Некроф сейчас как лейнер гораздо слабее, чем раньше. Пользуюсь этим, кайфую. Кстати, стики у него куплены. Это неприятно. А нажмем сейчас левел 4. И таких пропиздонов ему выпишу. А на 5-м, по идее, убить смогу. Курение руинит фарм. Закупы тоже, кстати, подруинивают. Ладно, ренжевика отобью, у него сойдет. Он еще умереть решил, прекрасно. Можно, кстати, даже капельку заказать сразу. Я не собирался его убивать сейчас. Но так вышло, что у него хп кончилось. Стримеры продают воду из ванной, но после того, как я начал играть в Hearts of Iron, эта опция для меня оказалась закрыта. Зато я всегда могу слить ненужные дота-шмотки. Где? На CS Fail. Пополнить баланс можно, как ты уже понял, вещами из Dota, CS или Rust, а еще деньгами или криптой. Но пополнение скинами гораздо выгоднее. Во-первых, тебе не придется тратить бабки. А во-вторых, у нас у всех тонны шмытья, которым мы не пользуемся. Заходи в краш. Тут нужно забрать свой бет раньше, чем дядя упадет, чтобы забрать умноженную сумму. А еще можно крутить дабл или колесо, чтобы умножить баланс. Ну и куда же без барабана призов, где можно забрать на халяву одну из этих наград? Крутить можно раз в 4 дня, а если вы ставите аватар в CS Fail в стиме, то время ожидания сократится на 6 часов. А с моим промокодом ты получаешь экстра прокрутку. Еще больше бонусов можно получить в соцсетях CS Fail. Ссылка и секретная промо в закрепе. Маны нужно сейчас немножко сэкономить. Не, ренжевика не могу ему просто так скармливать. 10 стиков. Цена, кстати, не потраченных. Он нажал второй стикер. Второй нажался, стики нет. Не отбиваюсь сразу же. Нужно выпить весь, тогда же мана не до конца остановилась. Блять, я второй раз промазал первым скиллом. Кстати, есть 3 заряда. У него есть 11 стиков.
Хорошо. Так, и давайте закажу себе хил. Потому что настрадался сейчас очень жестко. На баунти сходить не могу, слишком большая пачка. Я все думаю, играть мне Red Click Меншу или не играть мне Red Click Меншу. Потому что есть новый очень интересный талант скорость атаки. Я могу с Аганимом такого стиля раздать. Так, через речку пройдемся пока что. Семь должно хватать. Да, 77 хватило. У него шестой на подходе. Это очень большая беда. Ну и сволочь же ты. Ладно, ждем активной руны и левел 7. Ничего больше не остается. Я в любом случае смогу его задавить, даже против его шестого. Все, слушайте, давайте я это прямо сейчас сделаю. Что-то нахренял в моменте. Как робит шестого? Вот он даже не близко. И глянь, сколько я насобирал себе больших духов. Это ли не чудо? По-моему, самое настоящее. Духи меня сейчас остановят. Муспида очень мало у Бенши. У нее врожденка теперь дает муспид, а не ультимейт. Свой муспид тоже очень низкий. И врожденка еще дает кулдаун редакшн. В лейте буду бегать 550, 100% кулдаун. Все, разучился разговаривать, блять. Стоит и утрированно. Много. Погнали, Вичблейд. Все время со старого рецепта. Сначала пытаюсь его собрать, потом только перехожу на новый. Без гранатки нет смысла пытаться его давить. Тем более у него стики есть. Он сейчас может решить, что он может меня убить. А да, он так и решил. Теперь сам умираешь. Хорошо. Сейчас будет тайминг активных рун. Спектр без шестого, спектр без шестого. И ладно, если прилетит спектр, я ее убью просто. Умерла все-таки. Не погоняешь ты за ней сейчас. Можно, кстати, раз я не взял второй нулик, нужно обязательно взять Виндлейс. Потому что на Венше покупают два нулика. Как правило. Нихуя себе так. Впервые такое вижу. Он с ТП-шки пришел или пешком? Вот с чем я разобраться не могу. Пешком. Он так или иначе. Возьму его вышку. У духов какая механика? Они ударяют, возвращаются к Бенше, потом снова ударяют, поэтому нужно стоять максимально близко. Ты же больше не даешь? А дает. Мало надает. Побежали на бот, у меня очень много зарядов сифона. А, некрофос без телепорта.
Ультимейта у него нет, он никак не свалит. Ладно. Блять, я фейрик не нажал. Я не нажал сраный фейрик. Сифон лишний в спектру, надо было в крипа нажимать, это было очень плохо. Я не закупился перед смертью. Совсем тупая смерть. Ладно, мелочи. Реснулся, перегенился. Возвращаюсь к лайновому фарму своему любимому. Меня вообще хлебом не корми, лайновым фармом корми. С барой мы еще не сыгрались. Я ждал, что он несколько иначе сыграет. Но, разумеется, умер я по своей ошибке. Талант на скорость атаки. И 240 скорости атаки. Блять, как я долблю. Можно было бы, кстати, через Spirit Vessel сыграть. Через комбинацию Siphon 200 Vessel. А, тут вард, кстати. А, они ночной драйв разнесли. Бессмысленно туда идти. Погнали в мид обратно кач делать. Сейчас читаем активных рун. Если что, нет никого. Ребят, аккуратнее там. Я подхожу. Я вижен снял. Можете гасить. Бля, я не пойду пока вперед. Это не пятая вода, надо его убить, пока он здесь у шестой. Не попал. Как же я всех обхожу? Все нахуй. Я опять обхожу. Ну, подожди. Я опять есть. Обхожу. Ладно, бери. Все, ты его не убьешь. Забей на него. Чуть-чуть бекостренджи третьему, да? Но третий не замедляет больше. К сожалению. Ладно, погнали тавр доедать. Эльчик живой, хорошо. Было же в шмотке. Долблю, мое почтение. Так, теперь в планах Dragonlance. И сразу же огоним после этого. БКБшку возьму позже. У меня есть герои, которые будут создавать мне позицию, тем более, что следующие 15 минут я проведу в лесу. Не, давай сначала огоним, потом Драгонлайнс. Мне в лесу Драгонлайнс нахер не нужен. Можно попробовать с некровсом побегать. Сайленс в 1.3.5, но мало-мало. Тем более сайленс не замедляет сейчас. Точнее, замедляет, но с другим аспектом. Беги, беги, дорогой. Вообще, гиролет. Это герой у меня на пол кнопки. Тем более, у него целых 3 духа уже заряжены. Отзову курьера, чтобы палево не создать лишнее. Значит, на топ пойдет. Нет, на бот пошел. Я крипа заблочил. Я крипа заблочил! Блядь, умер. Я только нажал, и он... Ладно. Я крипа заблочил. Он сразу почувствовал все происходящее. Спасибо, Барри. У меня есть реальные шансы на его убийство.
Без бары не прокатило бы. Потому что без вижена совсем все печально. Слушай, какая хорошая шмотка, особенно если захочу играть с... Брошь. Аппарат есть ульта? Да. Мне нужно будет на базу смотаться в ближайшее время. По базе прямо очень скучаю. Такое количество маны. Ну да, ничего. Не насобирать по старинке. На суперфьюз, кстати, хорошо зашел бы. Он фарма меньше дает. Жалко, блядь, конечно. Спектра сдох. Ну, хотелось бы, чтобы некр тоже сдох. Ну да, да. Уважаемая поддержка ютуба, некр сокращение от некрофос. Некрофос. Ну, у меня просто маны не было, но вот сапуль там просто сдох. Что-то везде сегодня пацаны такие громкие, как будто бы что-то прибавляли разрабы. Ну и вроде вообще ни хрена в игре не поменяет. На самом деле. Фантом, у тебя маны мало. 5 монет. Я подхожу. Видали, какой аспект у Бретрума? Блять, заебет этот гирокоптер, все хп сносит. Начну с Магнуса. Ему уйти проще. У нас подкрепить его все невозможно. Ой, это еще и ракеты не для меня. Заебет он, просто лотос надо. Опа. Ничего себе, жесткий. Бей его хоть, тварь это. Не посох переложим, ага. Моя ты кошечка. Чтоб я без тебя сделал. Ценности придамажат, но от духов аганимных. И духи должны меня хилить, правильно? Да, хилят. Интересно, духи с врожденки летят? По-моему, не летят духи с врожденки. Жаль, было бы кайфово. Может, кстати, так и сделают. Потому что у Бенши Винрей 35%. Она не хватает, господи. Бара, пробуй, сюда чарж, веди их ко мне, братан, ко мне. Я не пойду, нахуй. Мне надо выйти. Что-то моя ракета не переживу даже таким хп. Все, пока ракета в КД, быстренько пару плюх. Но все равно сдохну. Герой, это, конечно, полная жопа, а не герой. Ладно, курьер хотя бы выжил, сойдет. Бара, купишь досты себе на будущее, пожалуйста? А, блядь, давайте натерзать. Только я предал ботл, и сразу же падает аркин. Какого хрена? Я бегу к тебе, Бара. Да я ебать. Нужно же... Везди ко мне, везде ко мне. Иду. На меня сейчас две ракетки ебануты. Он замедлен? Еб твою мать, блин. Гребаный гирокоптер. Как же он булит. Хоть линку бери, честное слово. Так, мы зло играет. Аппарат еще очень поздно ультанул. Но я сам виноват, что не попросил его ультануть. Смерть на топе тоже была очень лишней, кстати. Можно было бы не физить. А, я через гейт иду на топ. Пэл, начинай. А, ты без маны.
Снимать балдачок у ПЛа. Мое почтение. Я ТПМ не могу сбить. Нет смысла не бегать в таких условиях. Бар важными делами там был занят, он не мог на них проделать чарж нажать. Че духи такие долгие? Ебаный рот, блядь, отходят постоянно. Ты прям с языка снял, братан. Почти что манта у спектра. Очень тяжко может быть, особенно учитывая, что не собираюсь играть с Терану Шраудом, кстати. Меня не кредит взорвет за полсекунды. Фокус со спектрим. Пока Гира мертвый, могу себе позволить. Гирокоптер один нас всех загонял. Соленова. От стиков отказываюсь. Мидлейс очень нужен для кача. Надо помогать бойцам. Есть помощь? Бля, ну ребят, вы что-то долго стояли, смотрели, я не знаю, честно. На самом деле никто не стоял, смотрел. Он один там был. Просто мы не так... 50 урон, это же запрет. Вы честно, вы видели, что я сделал разбег, вы бежали? Да, да, я запустил ульту и пошел к тебе, но я иду не так быстро. Мне казалось, вы рядышком должны где-то быть. Может быть, для меня время, знаешь, замедлилось. Мы в этот момент, вот, типа, здесь ВД поставил варгизм, руна на который только что сняли. И, типа, ты сразу же побежал на него. Я лотус дофармлю, тогда уже буду бегать. Тебе бы БКБшку с лотаром. А это терзатель забери. Давай. Терзателя ведь нельзя нажать. Сифон, по-моему. Да, нельзя. Бедный аппарат, как ему плохо. Качнул так, что аж шею свело. Пэл, погнали в Рашпит. Я в танчу Рошана. Или Вичу Доктор, хотя бы ты погнали в Рашпит. Идем, идем. Мне надо Барри помочь Митям. Не-не-не-не-не. Там Пэл замес зашел. Я пойду, Фантом, Фантом. Не успеет скосить. Ты как он, блядь, опять вышел, пидорас. Это полная хуйня. Барри не стал улететь некрофосом. Так, заказывай себе кусок муншарда. Очень тяжелая игра теперь. Погнали в Шпит. Кивер? Идеально.
И слот под... Да, хотел внизу, чтобы стоял. Под Эгис у меня с натяжечкой есть. Еще одну пачку пошли, чтобы у нас вижен был. Я вижен поставил. Я потанчу. У меня регена очень много. Сложно, конечно, без фантома. Да, у меня больше урона, чем лансер. Эгис, я заберу, у нас 8 блоков разница. Сразу забираю, то... Да, Магнус. Нужно мид пушнуть. О, как же ты, сволочь, мне надоел, блять, я так себе мстить сейчас буду. А есть помощь на бот? Блять, я встаю сейчас без ультимейта, и там рпшка есть. Выйти, выйти, выйти. Не дотягиваюсь с Эйленсом. Пробуйте выйти. А, красавца. ТД-шку я заберу. В мид перейдете, саппорт, пожалуйста. У нас 4 реальные шанса 2 сломать, пока РПшки нет, потом не дадут. А, руна подбираю или что? Как раз ТП пролетит ко мне. Давай. Есть просвета? Этого тоже, этого тоже. Выходи, иначе скосят. Сифонов сильно не хватает. Может шардик взять, слота не занимает. Напугали меня. Глимер есть, глимера нет. Надо охладиться, два таки не поломали. На боте кач копится, давайте через древних на бот. В таком случае. И пора брать по разму. По разму прям критически не хватает. Ладно, фарм на боте отменяется. Но могу на древних покачаться, сойдет. Разум за 1000 раз за нерфили. Мало, самым сильным предметом выдается. Сейчас такой среднячок. Бары решил, кстати, до конца не допушивать. Еще очень странные бары. И в плане движения, и в плане билда. И в плане аспекта самое главное. Это же такой шлак, а не аспект. Мана маловато, чтобы сейчас по топу идти. Ладно, давайте вот так вот сделаю. Попроще будет, ПТ-шку, правда, не переключил.
Даже не попытался. Выйдите, выйдите, вы без меня, они об этом знают. Пэл уже битый. Пэл битый, бары нет, надо выйти. У них это, ульты нету, некро. РП тоже нет. Так себе утешение. У нас три героя битые, один мертвый. Когда останется? Зря я БКБшку это нажал. Это появился спектра. Аккуратно, ребят, за... Да, мне нравится на самом деле, типа спектрак, который раз прыгает в меня, типа в аппарата, да, и ее за это убивают. Какой же ты невыносимый на своем ебаном гирокоптере. Ладно, сходимся. Мне с тобой обсуждать нечего. Смоки не покупаются, куплю, чтобы новые откатывались. Торментор сейчас резнется под ваш респаун. На 35, по идее, вы долбили. Бара можем? Он один. Я бегу со всех ног. Ох, братан, наигрался. Хорошо. Торментор стал как раз. Пэл зря сюда прилетел, мы с Пэлой без проблем справлялись. Бары, топ отпушишь? Я пошлю мид немножко. Пэл бот. Да. А Пэл мид пушнет, я бот. Бедный мой большой крип. Такой крип вот прям огроменный был. Сука. Боль. Погнали брошку. Брошка спелли в силы еще дойдет. Вообще великолепно сработает. Третий раз он кидает каски в крипов, которых я фармлю. Переходите к нам. Можем Т2 сломать. До того, как они соберутся. Не, мы без бары, давайте бэк. Сейчас я на варлок ковры. Блять, он. Вы видите Пэла? Ты сам можешь место рейсбенда взять. Рядом с тобой был только я, у меня слота подосты нет. На спектра жутко режет. Варлок тоже нормально так дамажит. Может, чем огоним градить мышарт сожрать? На ДПС я много потеряю, зато прочности не потеряю. Майнбрекер? Куча хуйни. Если у кого-то есть телескоп, возьмите его, пожалуйста. Бар, давай дожимать, дожимать. Да, он ждет, наверное. Он там спектр с ультой.
бот. 20 секунд телепорт у меня. Руками забиваю мое почтение. Мне очень нравится мой дамж ручками. 10 секунд телепорта. Как больно будет муншард хавать. Давай 102 на бойце, пока Магнус дохлый. Ульта Варлока еще в КД. Так привычно играть на Бенше с Октарином, который собирается из линзы. С тех пор, как Октарин поменяли, у меня на Бенше так хорошо не получалось играть с тем самым Октарином через линзу. Бля, ну... Есть в плане просто обработать все на без шрауда? Сейчас замерзнет. Для оригинала, это оригинал. Хорошо. Голем, оказывается, живой. Я сразу влечу, если вижу. Все, теперь я могу бить прямо в... В Eternal Shroud. От шара. И ПТ-шка на ловкость. Так гораздо быстрее спушу. Претендую на две стороны. В сторону просто сносите и все, ребят. Ладно, у них глиф и 20 секунд до героев. Надо бэкать. В страхе. Сколько же кулдаун ультимейта? 130? У меня самый большой пул хп на карте. Поехали. Господи, бинокль так не попал. Печально, но я его не взял, но... Нет, тебе это и не нужно его брать. Да вообще на меня шмоток не было. Можем смокануться, у меня смок есть. Оп, толкнул, можете подтягиваться по-тихому. Яга не выложила, думаю, чудухи-то не вылетают. Может быть, и второй Рошан? Нужно в любом случае смокануться и бить какую-то сволочь. Давайте хотя бы втроем смоканемся. Еще, доктор, подходи к нам. И Пэл, разумеется. Пэл, видит слини, видит слини, тебя убьет. Погнали Пэла спасать. Венша просто нереальный лейтовик в этом патче.
же лагает дико. Заходить файт без БКБшки на таких хп я не могу. Зато я могу постоять, подолбить вышку. Надо здесь было сам справиться. Я пойду поделаю полезные вещи. Да что это такое? До этого Гаракс появлялся, теперь став появляется. И Саша Кая сейчас работает на брошь. Приятненький бонус. У меня вечная проблема с курьерами. Опа, это тоже мне? Ладно, мне разонравилось. Всем огромное спасибо за просмотр. А в описании, кому интересно, ссылка на бусконтору. Там же ссылка на мой твич. Большое спасибо за комментарии и особенно за лайки. И мир вам!